Всем привет! С вами интернет-магазин Рубо, и я Дана Банана, которая постигает азы мира микроэлектроники. В прошлый раз мы с вами подключали графический дисплей Nokia 5110, и я надеюсь, что наш видеоурок оказался для вас хоть чем-то полезен. Сегодня мы с вами будем подключать ультразвуковой дальномер. Вот он. И в этом нам поможет Arduino Mega, проводочки, батарейка для подключения Arduino и дисплей LCD 1602. 1602 он называется потому, что вмещает в себе 16 знаков в строчку, а строчек он вмещает в себя всего 2. В отличие от предыдущего дисплея, этот дисплей является только текстовым, поэтому картинки на нем выводить нельзя. А теперь приступим к подключению. Мы берем дисплей и подключаем его к макетной плате. Хочу заметить, что при подключении к ультразвуковому дисплею ничего не должно мешать. Поэтому нужно расположить их как-то так, чтобы они не трогали друг друга. Начнем мы наше подключение с подключения дисплея. У дисплея 16 ног. Все их нужно подключить. Это дело совсем не быстрое. И нам понадобится очень много проводов. Схему вы можете сейчас видеть на экране. Приступим. Дисплей подключен. На обычных моделях нумерация ног идет справа налево от 1 до 16. Здесь же почему-то идет 15, 16, 1 и так далее. Но это мы с ним справились. В процессе работы у нас неожиданно села батарейка, поэтому мы заменили ее USB кабелем, который подключили к нашему компьютеру. Проверим, правильно мы подключили все плюсы и минусы. Для этого мы берем наш USB кабель, который заменил нашу батареечку, и экран должен засветиться. Как видите, у нас все работает. Теперь мы подключим дальномер. Вот мы собрали всю нашу конструкцию. Теперь мы зайдем на наш Arduino Sketch и проверим, как он работает. Подключаем нашу конструкцию к компьютеру. Вот наш дальномер и включился. Давайте я возьму что-нибудь. 2 сантиметра. 6 сантиметров. 4 сантиметра. 9. Более подробную информацию по подключению ее и реализацию вы можете найти на нашем сайте, ссылка на который расположена ниже. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была я, Дана Банан. Экран не светится. Мы налажали. Что он делает? Он измеряет расстояние до предмета, который... Если все правильно, то экран должен засветиться. Экран опять не светится.